Всем привет! Blender 2.91. Хотелось бы рассмотреть в этом ролике вопрос, как сделать рендер именно сетки от персонажа, допустим. Объекта персонажа. Ну вот, два таких волка. Так, давайте посмотрим, что можно сделать. Итак, вот так они еще выглядят. Шерсть я пока не добавлял. Врубаем, значит, камеру 0 на нампаде. И теперь давайте выберем вот персонажа. Можно переключиться в любой из этих видов. Заходим в Edit Mode. Выбираем Edge. Находим Mark Freestyle Edge. Ставим вот этому персонажу. Заходим теперь в Object Mode. Выбираем вот этого персонажа. Повторяем. Все это самое дело. Edge. Mark Freestyle Edge. Опш. Теперь заходим именно в настройки рендера. Так, сначала на вот здесь вот включим сам этот фристайл. Это вот Render Properties. Включаем фристайл. Смотрим, что здесь такое. И заходим уже где вот у нас принтер. Вот этот вывод рендер. Вот здесь вот TMP вывод вы можете поставить, куда сохранять. На рабочий стол, допустим. В каком формате. Это значит JPEG, PNG. Или уже анимацию в MPEG, в AVI. Других каких-то форматах. Здесь цветовая гамма. Настройки color, компрессия. И так далее. Это все по прошлым роликам. Так, теперь нужно зайти вот в эту функцию via layers properties, и вот здесь есть freestyle line set. Здесь ставим edge mark, вот этот. Ну вот эти в принципе можно отключить или оставить, они погоды не играют. Дальше freestyle line стиль, здесь можно выставлять толщину вот этой сетки, color. Ну давайте сделаем рендер. Итак, получается вот такая штука, рендер сетки. Вот так тут все выглядит. Прикольно. Как поменять цвет сетки? Это вот здесь в настройках есть color. Freestyle Line Style Stroke. Это вот именно толщина вот этой сетки. Там выставляется color. Вы можете за место черного выбрать, ну, допустим, синий, красный цвет. Так. В принципе, тут больше ничего такого нет сложного. Ну, работает все вот таким вот образом. Ну, вот такие теперь персонажи. Сетка синяя. Вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.